Всем привет, у нас очередное интересное сравнение Saturn Pro Medium против Юпитер 2 в жесткости 38. В общем, можно сказать сразу, что Юпитер 2 злее, быстрее, если брать максимальную скорость, мощнее, ну и сложнее для соперника явно, вот. Но Saturn Pro при этом всем на порядок контрольнее. Не то чтобы Юпитер 2 не контрольный, просто его надо прожимать. И это не всегда получается. Вот Saturn Pro Medium мною, во всяком случае, прожимается намного чаще. И летит, как правило, все в стол. Для соперника не супер сложно, но зато проще усилить. Проще дать больше вращения. Если там, вы подумали, что вращения мало, можно его там, дать больше. И играть им получается проще. Ну вот. А также Юпитер 2 38 на подрезке, на подаче больше вращения, опять же, опаснее выглядит. Но у Saturn Pro такой отзывчивый топшит и ну, достаточно контрольно играется на столе. Я изначально рассматривал его подлево, но решил попробовать, почему не поиграть справа. В общем, я достаточно много попадаю в стол. Если соперник слабее уровнем, то мне это сильно на руку. Если соперник моего уровня либо сильнее, то, что я попал в стол, вообще не гарантирует мне победу, потому что мне либо опасно вернуть, либо там плоско сыграют по моему топсу. В общем, тоже надо стараться, просто так не проканает. Еще если его сравнить, например, с Юпитер 2 Soft или с Юпитер 3 37, нельзя сказать, что кто-то из них там превосходит кого-то по скорости и вращению, ну то есть там Сатурн тут средний между Юпитером 2 Soft и Юпитером 3 37 по скорости, наверное, вращение у них у всех там плюс-минус, вот, но у Сатурна, на мой взгляд, более отзывчивый топшит, им попроще, поприятнее играть и губку прожимать, наверное, попроще, чем у тех двух, вот, поэтому я бы, если с ними выбирался, выбрал бы его. Попробовал также им слева. У меня слева нестабильный, неуверенный первый ход. Но с Сатурном я там подряд попал, наверное, раз 15 сходу по подрезке слева. То есть тоже очень несложно. Наверное, и налево его закажу. Поиграю какое-то время, посмотрим на мои результаты. В общем, кому его можно советовать? Наверное, тем, кто играя там Юпитером 2 или Биг Диппером, но местами не получается прожать, там не успеваете где-то идти ногами и сыграть хорошо, вот Сатурном это будет делать намного проще. Ну вот, также если вы ищете какую-то очень недорогую накладку, Сатурном стоит на Алиэкспрессе где-то 1300, вот это максимум, Тарапонг там 1500. Ну, может, чуть-чуть больше, в общем, тоже недорогой. Вот, если вы ищете дешевую накладку, но вас пугает, что каким-то Китаем достаточно сложно играть после европейских накладок, вот с Saturn Pro будет играть несложно. Я так понял, что жесткости Hard вообще нет. На Алиэкспрессе есть Medium и Soft. Super Soft есть на TT Maximum, но это тем, кто любит прям сильно помягче. Мне медиум уже достаточно мягко, я не знаю, нужен ли мне софт, вот, потому что мне и слева нормально было медиумом играть. Ну, в общем, вот такой обзор. Всем удачи, всем успехов.